Сокол, сокол, я ястреб. Доложите обстановку. Кто-то забыл здесь, добрый молодец. Не подходи, не подходи! Я правительственный агент. Знаю, знаю. А я хозяин этого дома. Ах, Мария Марьевна, вот чего я все в толк не возьму? У нас что тут, медом намазано? Вроде и не так уж богато живем, а лезут они к нам и лезут, эти голубчики. Я не голубчик, я ястреб. Лети, лети, ястреб. А то тебе не в радость развлечение. Еще бы не в радость, но скажи, зачем было сбрасывать ему на голову мой ящик с инструментами? И что ты им такого сделала, что они так хотят до тебя добраться? Понятия не имею. Ты надолго? Я собираюсь на слет байкеров. До завтра не вернусь. Ужин на плите, дрова в сарае, собачья еда под раковиной. У нас что, еще собаки есть? Если отключат свет, не забудь включить генератор и перезагрузить систему ПВО. Вот тебе ключи от всех дверей в доме. Можешь ходить куда угодно, но вот этот ключ не трогай. И дверь, которую он отпирает, не открывай. А почему? Нельзя, сказала! Ну, пока. Ау! Ну что, детка, теперь я могу заняться тобой. Похоже, наш романтический вечер под угрозой. Дождись меня, я мигом. Ого. Ага, вот. Помогите. А? Что-что? Помогите. Опа, запретный ключ. Ну-ка, 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 ну-ка.
Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Ты кто такой? Я Иван Царевич. Иван Царевич, как хорошо, что ты здесь. Дай мне попить. Бензинчику. 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 Ха-ха-ха-ха!